Всем привет, мои дорогие, с вами Маша. И сегодня мы побеседуем о срывах во время похудения, о том, почему они происходят и как их избежать. Я часто получаю подобные вопросы от своих зрителей, и я набросала 5 основных пунктов, и сегодня поделюсь своим опытом. Итак, поехали. Первое. Для того, чтобы похудеть, надо иметь желание. Это не должны быть мысли из серии «ну да». Было бы хорошо, если бы я похудела. Да, мне бы не помешало избавиться от лишнего веса. Нет, это все не работает. Это должно быть серьезное и непреодолимое желание. Есть желание, вы похудеете. Нет желания, вы никогда не похудеете. У вас постоянно будут срывы. Второе. Это должно быть ваше осознанное желание, а не решение, продиктованное теми или иными факторами извне. Что я имею в виду? Скажем, вы хотите похудеть, и вы понимаете, что вам это надо, но вы постоянно откладываете этот момент, потому что у вас нет достаточного желания, того самого непреодолимого желания. И тут вы узнаете, что кто-то из вашего окружения похудел или начал худеть, и вы принимаете решение тоже начать худеть. То есть в теории вы все понимаете, у вас масса аргументов «за». Вы себя убеждаете в том, что вам это надо, что это хорошо. Вы внушаете себе, что это именно то, что вам надо сделать. То есть в теории все замечательно, но внутри вы не чувствуете того самого желания, поэтому вы постоянно себя убеждаете и уговариваете. И вы даже, возможно, начинаете худеть, но вы очень быстро срываетесь. Именно потому, что это не было вашим осознанным желанием, а это было решением под влиянием тех или иных факторов. То есть второй пункт – это ваше осознанное желание. Третье. Когда мы начинаем худеть, вне зависимости от того, насколько нам надо похудеть, мы должны понимать, что похудение – это не просто механический процесс. Вот это не ем, это ем, и я худею, и я дохожу до своей цели. Нет. Это изменение образа жизни навсегда. То есть это не временная мера, а постоянная. Потому что если мы склонны к полноте, проблема эта никуда не уходит, она остается с нами навсегда, на всю жизнь. И стоит нам начать есть все подряд, мы опять начинаем набирать лишний вес. И можно очень быстро вернуться к тому, с чего мы начали. И даже набрать еще больше лишнего веса. И вот у меня тоже была такая ошибка. Мне казалось, что да, я полная, я склонна к полноте. Вот сейчас я похудею, перетерплю немного. А потом я начну есть все подряд, и мне казалось, что я больше никогда не поправлюсь, потому что другие люди едят все, что хотят, и не поправляются. Ну и я вот сейчас там дойду до желаемой цифры на весах, и тоже начну есть все, что я хочу, я тоже не поправлюсь. Мне казалось, что стоит похудеть, все, поправиться больше невозможно. И я ведь много раз худела путем каких-то невероятных диет, путем каких-то гадостей, которые я принимала в виде таблеток, добавок и так далее. И да, я доходила до желаемой цифры. И на следующий день я начинала есть все подряд и очень быстро возвращалась к своему весу. И с каждым разом он все увеличивался и увеличивался. То есть это очень распространенная ошибка. И очень многим людям кажется, что все легко и просто. Но на самом деле это не так. Поэтому надо понимать, что менять образ жизни надо на всю жизнь, но опять же таки, то есть навсегда. Но опять же таки, это не значит, что никогда в жизни нельзя съесть ничего. Там из серии запрещенки это далеко не так, но это другая тема, другая история. Я тоже много раз об этом говорила. Все, конечно же, есть можно, если это иногда, если это в умеренных количествах. Но для начала надо похудеть, да, избавиться от лишнего веса. И вот опять же таки надо понимать, что да, мы меняем свой образ жизни навсегда, но это не значит, что мы никогда больше ничего не съедим. Конечно же съедим, конечно же будут и праздники, и читмилы, и все что угодно будет.
И, но если мы очень хотим похудеть, если у нас есть мотивация, если это наше осознанное решение, все это поможет нам избежать срывов и дойти до своей цели. И потом жить замечательно и счастливо. И можно сказать, ни в чем себе не отказывать, если знать, как это делать и в каких дозах это делать. То есть все не так страшно. Но понимать надо, что это изменение образа жизни навсегда, а не временная мера. Дальше следующий пункт. Очень для многих людей еда является самым главным удовольствием в жизни. И людям кажется, что если они перестанут есть ту или иную пищу, то они этого не переживут, это будет страшное наказание, это будет просто ад и тому подобное. На самом деле это не так. Надо просто понять, что еда не является самым важным и главным удовольствием в нашей жизни. Да, это тоже удовольствие, я с этим не спорю, но не надо его ставить во главу угла. Это удовольствие, я считаю, последнее во всем списке удовольствий, но никак не первое. И вот когда вы это осознаете, у вас никогда не будет срывов, потому что есть очень много других удовольствий, намного более важных, серьезных, глобальных. А еда, да, тоже удовольствие, но не основное. Надо это понять, надо к этому прийти, и тогда тоже никогда не будет срывов. И вот понимание этого, всех вышеперечисленных пунктов, поможет избежать срывов. И, наконец, заключительный пятый пункт. Очень многие люди связывают, ассоциируют, даже я бы сказала, еду со всеми событиями, которые происходят в их жизни. Все события у них сопровождаются едой. Например, произошло что-то хорошее, что-то радостное, значит, надо это заесть, значит, надо купить торт или испечь торт, или там какие-то пирожные, или еще что-то, и отпраздновать это радостное событие. То есть очень у многих еда ассоциируется именно вот с заеданием тех или иных событий. Или происходит что-то негативное, и у человека нет настроения, и значит, надо побежать и опустошить холодильник. Опять же таки, надо понимать, что еда никак не связана с событиями, которые происходят в нашей жизни. Еда не может быть спасательным кругом ни в том, ни в другом случае. Единственное, чем она может быть для людей, которые склонны к полноте, которые полные, это камнем на шее, который будет вас тянуть вниз. И вот это надо понимать. То есть надо отвыкать от того, что надо заедать все, что происходит в нашей жизни. Вот от этого действия надо отвыкать, надо забыть об этом, потому что радоваться можно совершенно по-другому. И даже если вы хотите что-то отпраздновать путем поглощения пищи, можно вместо торта, скажем, съесть вкусные ягоды или вкусные фрукты, или что-то приготовить, то, что не будет вредить вашей фигуре. И точно так же отпраздновать это событие, то есть заменить одно блюдо другим блюдом. Это уж в крайнем случае, но в целом я считаю, что надо просто привыкать к тому, что еда никак не должна никоим образом ассоциироваться с теми или иными событиями. Потому что очень часто это происходит. Я знаю очень многих людей, которые заедают и то, и другое. И им кажется, что если они заедают, скажем, там, булками, тортами, пирожными или еще чем-то, какую-то радость, то они ее почувствуют вдвойне. Но это не так. Это не так, потому что нельзя едой заменять то или иное событие или при помощи еды как-то увеличивать градус своей радости. То есть это абсолютно не так. От того, что вы будете есть или не будете есть, событие более значимым не станет, и больше радости вы никогда не испытаете. Вот когда вы к этому придете, когда вы это поймете и осознаете, у вас никогда не будет никаких срывов, вы их избежите, и все у вас будет хорошо, и вы дойдете до своей цели. Такое было видео, мои дорогие. Надеюсь, оно вам было интересно и полезно. И я ответила на вопросы о том, почему происходят срывы и как их избежать. На самом деле все очень легко и просто. Надо просто изменить приоритеты, понять какие-то вещи и
действительно имеете огромное желание, и тогда вы обязательно дойдете до своей цели. Если я смогла, то и вы тоже сможете, мои дорогие. Кстати, напоминаю, если кто-то не знает, у меня сейчас проходит марафон похудения по моей авторской программе. Следующий марафон состоится примерно в середине ноября. Я об этом сообщу позже у себя в Инстаграм. И если кто-то хочет на него попасть, пишите мне, пожалуйста, в личку или на почту. Моя почта всегда внизу, в инфобоксе под видео. И вы будете участвовать в ноябрьском марафоне. Все, мои дорогие, всех целую, обнимаю. Всем отличного настроения, удачного дня и до скорой встречи. Пока-пока.